Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Владимир и канал «Китай стал ближе». Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Сегодня у нас на распаковке вот такие вот две замечательные посылочки. Что здесь пришло, я не совсем уверен, мне сказали, сколько шло по времени. А так я толком не знаю, что здесь. Мы сейчас будем с вами распаковывать, смотреть и узнаем, что. Посылки заказывала жена. Вот эта посылочка оценена в $3. Шла на 26 дней. Я знаю, что что-то здесь из вещей заказывала она какие-то вещи. Мы сейчас с вами посмотрим, что же здесь пришло. Трек-номер не отслеживался. Посылка запакована, все нормально. Давайте откроем и посмотрим, что же это такое. Все, конвертик пустой. И что мы здесь видим? Здесь есть то ли чулки, то ли колготки. Давайте откроем, посмотрим, что они тут себе заказали. Это вот чулки, я так понял, или колготки. Колготки. Это колготки. Такие вот с рисунком. Что про них сказать, я вообще не знаю. В колготках я не понимаю абсолютно ничего. Что могу сказать? Тянутся? Вот такие вот колготки. Одна пара. А вторая, сейчас посмотрим, что там. Вторая пара. Вторая пара такие же, только черные. То есть можно идти с кем-нибудь на ограбление банка. Надевать на голову и топать. Значит, первая посылочка у нас — это вот такие вот колготочки, две пары. Были в первой посылке. Передаем владельцам. Теперь со второй посылкой. Что же у нас со второй посылочкой? Вторая посылочка шла 24 дня, оценена тоже в $3. Весит 70 граммов, запаковано все хорошо, тоже что-то мягенькое. Сейчас мы откроем и посмотрим, что же там внутри. Трек номер также не отслеживался. Открываем, достаем. Конверт пустой. И здесь что-то детское. Это у нас в детскую рубрику. Здесь вот такие вот, как их называют, я толком не знаю, наверное, ползуночки. Вот такие ползуночки, или футболочка, как это правильно называется, не знаю. Значит, по запаху ничем не пахнет. Шовчики аккуратненькие, воротничок большой. Шовчики все аккуратные, они бы все вещи так шили. То есть это опять в рубрику детских товаров. В прошлом видео я вам уже говорил о том, что будут заказываться. О, косяк. На внутренней стороне футболки вот такие вот черные пятна. Снаружи нету, а снутри есть. То ли это грязными руками схватили, то ли чего. Рано я начал хвалить китайцев. Вот такие вот черные пятна на футболке. То есть... Да, это, скорее всего, грязные руки, схватили грязными руками. Швы все сделаны аккуратно. Швы все сделаны аккуратно. Даже пришита бирочка, произведено в Китае, написано на русском языке, на четырех языках написано, что сделано. Написано, как стирать состав. 100% хлопок. Джамба от 3 месяцев. Но все портит вот эти вот пятнышки. Не знаю, как они отстираются, не отстираются. Что с ними будут делать, дальнейшая судьба мне пока неизвестна. Ну вот, похвалил китайцев, а рано. Вот такая вот распашоночка. Но распашоночка с дефектом. С дефектом, с грязными пятнами. Ну, на сегодня все. Была вот такая вот коротенькая распаковочка. Встретимся с вами через несколько дней. И я вам расскажу, наверное, что с ней произошло, что с ней будут делать дальше. Если понравилось, ставьте пальцы вверх.
пишите комментарии, кто что думает о детских вещах из Китая, пользуется, кто не пользуется, может, кто посоветует какой магазинчик. В общем, вот так вот. Такая вот была сегодня распаковочка. Всем пока, всем до новых встреч, счастливо!